sabía la pena acá. Привет, Майк. What's the story, John? В чем дело, Джон? I was here earlier tonight. Я уже был тут, ждал целый час. Прости, Майки, у меня были дела и... Но у меня для тебя кое-что есть. Немного, но есть. У него 30 баксов. На данный момент это все. Где остальное? Да, где остальное? Я заплатил за выпивку, пока ждал, понимаешь? Тони не хочет давать мне в кредит. $30 — это насмешка. Но я бы взял их ради Чарли. Но $10... Джон. $10. Эй, Майк. Странный ты. Что за дела? Не хочешь брать $10? Тебе это не подходит? Хорошие $10. Ты меня удивляешь, Майки. Мне просто смешно. Ты знаешь, что я у всех занимаю деньги и никому еще не верну. Так что больше мне не у кого занимать. Так у кого же занять, кроме как у тебя? Я взял у тебя деньги, потому что ты единственный фраер, у которого я могу занять и не отдать, верно? Верно. Таков ты и есть, фраер. Фраер ублюдочный. Я тебе еще кое-что скажу. Я тебя поимел. Плевать я хотел на тебя и на всех остальных тоже. Успокойся. Ну, иди сюда. Иди сюда, ублюдок. Иди сюда. У меня кое-что для тебя есть, урод. Иди, подонок, иди сюда. Иди сюда, отморозок. Ты, ничтожество, иди сюда. У тебя кишка тонка. Кишка тонка, говоришь? У меня кишка тонка. Иди сюда, ничтожество. Иди сюда, получи свое. Эй, ублюдок, получи, козел. Идиот, ты собирался этим воспользоваться? К черту все, я тебя убью. Дегенерат. Отлично. На этот раз ты выдал номер. Он не заряжен. Ты постарался на славу. Выброси его, пока все не накрылось. Спрячь ствол, Тони. Выброси его куда-нибудь.